Ламанов Сергей, Дюшкин.
Без всех. Алексей Александрович.
Вес готов, 100 кг на штанге. Лосенко Наталья называется к этому весу. Команда «Локомотив», 93-го года рождения. Идет борьба за первое место. Вес не взят. 115 установить на штангу. К этому весу подойдет Тутин Вадим. За ним Туз Натулин. 105 килограмм. Вес готов. Вес взят. 115 установить на штангу. К этому весу подойдет Тук-Тук-Тук-Тук-Тук Александр. За ним Мликов Александр. Ну что, все, домой, да? Вес готов. 115 килограмм на штанге. Тук-Тук-Тук Александр. Прим ЖД. Два готовы у нас все. Закончим. Так. 130 установить на штангу. Готовится к этому месту танковый Михаил. Мыников Александр. Вес готов. 130 килограмм на штанге. Танков Михаил называется к этому весу. Вес взят. 145 килограмм на штангу. Мыников Александр. Вес готов. Мыников Александр. Команда «Тюш-3». Thank you.
150 на штрафку. Так, 140 у вас половины стоит. Который весу подойдет Шлик Игорь. За ним Альбертер Владимир. Вес готов? Шлик Игорь. Вес взят. 150 на штангу. Альбергер Владимир. К этому весу подойдем. За ним Зайчиков Валерий. Вес готов. 150 на штангу. Альбергер Владимир. Команда принадлежит категории 93 килограмма. Неудачно справился с весом. 170 на штангу. Вес готов, 170 килограмм штанги. Зайчиков Валерий, команда «Локомотив». Вес взят. 185. Остановить на штангу. 185 килограмм. Готовится к этому весу. Петухов Владислав. За ним Игорь Дмитрий. Вес готов, Петухов Владислав. Петухов Владислав. Команда «Жидовская» категория 93. Вес взят. 115. Вес готов. Игорь Дмитрий. Категория М2. Ветеран.
220 на штангу. К этому весу подойдет Галкин Алексей. Вес готов. Галкин Алексей, команда ДВСУ, кандидат мастера спорта. Thank you.
Вес готов. 70 килограмм на штанге. Кушкова Алина называется к этому весу. Команда Прима ЖД. Вес. 80 килограмм.